Всем привет, с вами Надежда. Сегодня я с вами поделюсь, совершенно крошечным заказом с сайта Faberlic. Так, а заказала я сковородку 20 сантиметров. Мне как раз нужна такая сковородка. У меня большая есть, средняя, но иногда бывает нужна маленькая. Большая не всегда бывает удобно. Я ее уже все открыла. Вот она так выглядит. Сковорода с антипригарным покрытием. Кстати, сегодня будем мы также тестировать. Будем обжаривать на ней яичницу, будем жарить. И посмотрим. Тут написано то, что она можно на ней жарить даже когда без масла. Я, если честно, пробовала всегда с маслом. Вот сегодня буду первый раз пробовать на этой сковороде с маслом. Я выбрала там три цвета, но я выбрала терракотовый. Посмотрела так по качеству, все очень понравилось. Хочу и 24 сантиметра тоже заказать. Вот. Сейчас будем с вами тестировать. Вот. Ну и купила, конечно, чай. Я купила ромашка, открыла уже, тоже вам буду заваривать, покажу, как она в заваренном виде. Мой любимый цвет, мой любимый аромат, фисташка и ромашка. Я вообще вот этот чай, но он мой самый любимый, с фисташкой и ромашкой. Я всегда его теперь, постоянно его только беру. Я попробовала какие-то, я не все, сразу скажу, что не все пробовала, но вот я попробовала это, решила дальше не испытывать судьбу, а остановиться на нем. Фисташка, ромашка. Я вообще, в принципе, люблю с ромашкой. И фисташки я люблю. Ну, поэтому вкус мне очень понравился. Будем тоже тестировать, заварю, посмотрим, как он, когда заварен, в заваренном виде посмотрим. Вот. Ну, продолжим наш эксперимент. Ну что, тестируем. Включила газ, сковородка. Заливаем яичко. Ждем. В принципе, поджаривается нормально. Но я прочитала в инструкции, обязательно нужно немножечко масла, но все-таки добавляется. Вот я добавила. Вот так она жарится. Хочу сказать, что диаметр 20 сантиметров, это вот по этому краю. Вот. Вот по этому краю. А вот дно, вот это само дно, оно чуть поменьше диаметр. 20 сантиметров. Считается вот 20, вот так считается. Вот, в принципе, вот с коричневым покрытием, терракотовым, оно трехслойное покрытие здесь. А во всех остальных там еще два цвета. Оливковый и еще какой-то. Оливковый какой-то. А, авокадо и оливка. Вот у них там двойное покрытие. У темных тройное покрытие. Вот тестируем такой чаек теперь мы, который я купила. Ну вот, фисташковый с ромашкой черный чай. Очень вкусный чай для тех, кто любит ромашку и фисташку. Я люблю орешки фисташку и люблю ромашку. Вот я его на... Вдруг кто-то не поверит, скажет, другой чай. Вот, пожалуйста, не чай фэмили. Вот, видите? Он вот заваривается, вот стоит уже минуты 3-4 у меня. Очень вкусный, приятный чай. Вот такая у него крепость. Не сильно крепкий и не слабый. Вот самое то. Ну вот такие были мои обзорчики. Всем пока-пока!